И что мы сделали? Я насыпала сахар, окунула туда в абсентик, и теперь поджигаем все это дело красиво. Ароматы, 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 чтобы не пропалить эту клеечку. Мама, мама, ходи! Ой, сука, мамочка, оечки, 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 маечки. Ой, господи, господи, да сука, потушись, ты зараза такая, зараза. Ой, господи, фу, вы видели, какой это был трэш? Я не могла его даже потушить, оно как начало на клеенку. Ёханый, вот как я чувствовала, что все. Пускай оно там затухается мне. Сука, нафиг мне вот эти проблемы, блин. Фу, хоть бы сока сейчас хлебану. Трешня какой-то. Материться хочется. Не получается. Ну шо? Остыло? Ничего не прилипает? К того мужика. Не, ничего не прилипает. Фу, блин, мама. Как это противно. Я готова. Фу, блядь, как это противно. Фу, совсем не так, как было. Совсем вообще не так. Это вообще просто, фу. Вот реально говорю, не пейте абсент. Его, кстати, вообще не продается нигде в супермаркетах. Он только продается в гипермаркетах и только по интернет-магазину. Что не просто так его убрали, наверное, с продажи, потому что это такая херня. Фу, блин. Просто фу. На дискотеку бы я все равно бы пошла. Да, если была такая возможность после абсента. Но я пошла спать.